Всем подписчикам привет! Провожу эксперименты по превращению пламенной горенки, это туристический примус китайский, давно работающий, в беспламенной. С помощью простых вещей мы сейчас, вот этот пламенный примус, который работает сейчас, накроем колпачком от сита. Это китайское сито для заваривания чая, вот оно, дешевое сито, которое состоит из сетки. Сетка в основном сплав так называемого сплав хрома и других небольших легирующих добавок. А окись хрома является катализатором при горении пропан-бутановых смесей. Мы сейчас эту горелку накрываем просто вот этим колпачком сверху. Вот он, накрыли, и смотрим, что получается. Видите, у нас это сито, эта сетка начинает раскаляться, то есть горение происходит на проволоках этой сетки. И получается у нас почти беспламенная горелка. То есть в качестве источника тепла инфракрасного она будет отлично работать на маленьких мощностях. И более стабильно будет работать. Можно делать проскок пламени, конечно. То есть видите, что она увеличивается. Пламя, получается, смесь не стихиометрическая, она перескакивает ее. А так она горит почти как беспламенная. То есть получается как источник инфракрасного излучения. Простейшая переделка горелки пламенной в беспламенную. Ну, нужно здесь, конечно, все это изолировать, но она уже работает как излучатель, как обогреватель. Вполне подходит. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.